вечер, дорогие друзья. Действительно, у нас несколько необычный сегодня открывается 31-й фестиваль, как я называю, в такой экстремальной немножко обстановке, но я думаю, что все равно мы проведем его достойно. И самое главное, что именно в последние дни и команда фестиваля, и все, кто нам помогает, все вместе, мы решили, во-первых, его провести, а были и дурные мысли не делать этого. Я считаю, что это правильно, и я вас очень прошу поаплодировать всем тем, кто его все-таки привел к открытию сегодняшнего дня. Ура! Фестиваль очень сложное дело, как это может не показаться, потому что вот даже цифры, которые сейчас зачитывались, огромное количество работ, отборочные комиссии. У нас три конкурса, конечно, главный международный и национальный конкурс, экспериментальный, множество спецпрограмм и так далее, и так далее. Конечно, сегодняшний день он особый, это не только открытие, как обычно мы всегда в день открытия показывали фильм открытия, само открытие, все наступало на следующие дни. Но сегодня это был, я считаю, такой праздник и для киноманов, и все, кто любит кино просто, и каких-то, я надеюсь, новых почитателей нашего фестиваля мы приобрели сегодня. И думаю, что и в последующие дни, потому что все фильмы можно будет посмотреть онлайн на платформе Nonfiction и так далее, и так далее. Мы постараемся провести его. И самое главное, что для чего мы вообще это делаем? Потому что все наши фильмы, которые мы здесь показываем, они уникальны. Их можно посмотреть действительно один раз. Потом очень трудно найти, очень трудно. Но в этом, я считаю, наша прелесть. И хочу еще раз сказать спасибо всем, кто нам помогает. Это, конечно, действительно правительство Санкт-Петербурга и Комитет по культуре, и Министерство культуры. Это наши традиционные партнеры, которые оказывают нам существенную очень помощь. И, конечно, наш генеральный спонсор, компания «ИЛИМ». И я хочу это сказать не для того, чтобы по обязанности, потому что, как ни странно, у нас с этой компанией, они уже пятый год нам помогают, сложились очень дружественные, я бы сказал, отношения, потому что они любят кино. И вот так называемое «Эхо фестиваля», потому что эта компания работает в очень многих городах России. Мы возим туда самые интересные наши фильмы, знакомим их и не только с фильмами, но и с их создателями. И это действительно процесс не просто по обязанности, потому что мы видим, с каким интересом довольно простые люди и просто любители кино в этих городах смотрят на кино нашего фестиваля. Я думаю, что это продолжится, и надеюсь очень. И мне кажется, что фестиваль, который мы открываем всего на замечательной новой сцене Александринского театра, я все-таки, пожелав вам всем здоровья, надеюсь, что в следующем году открытие фестиваля мы проведем традиционно на Дворцовой площади, где собираются очень многие тысячи петербуржцев и гостей нашего города, и мы, как всегда, покажем что-то очень интересное, любопытное и самое главное, талантливое. Спасибо. С 2017 года генеральным спонсором фестиваля